мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Защитники города Ленина, слушайте письма ваших родных и друзей. Гвардии капитан Савушкин, вам пишет пионерка Аня Кордюкова. Дорогой дядя Саша, я и моя мама поздравляем вас с Новым годом. Желаем здоровья и побед. Когда вы были у нас в школе, вы рассказывали, что сбили 15 немецких самолетов. Желаем в этом году сбить их еще больше. Первого же немца сбейте для меня. Отомстите за моего папу, которого убили фашисты. Я и мама очень просим. Обязательно отомстите, дядя Саша. Приезжайте к нам. Я вас очень-очень жду. Аня Кордюкова. Партии Куйбышевского района идет сбор подарков для бойцов Энской части, большинство которых пошли в армию с предприятий учреждений района. Вещи, собранные и сделанные заботливыми руками детей и женщин, куйбышевцы сами вручат фронтовикам. Истребителя Амельяненко вручает подарок вязальщице Ирина Романова. Стахановка комсомолка Нина Савильева лейтенанту Тычину. Швея Мария Петрова знатному снайперу Туркову, убившему 44 немца. Неразрывная связь между трудящимися города Ленина и его храбрыми защитниками. У воспитанников детского сада номер 36 Куйбышевского района праздник. Папы их на фронте, дети окружены заботой. Из летной части привезли на елку подарки. Пошло общее веселье. Thank you.
этих новогодних подарков не поздоровится гитлеровцам, залегшим под Ленинградом. Ненависти и веру в близкую нашу победу вложили в свои изделия Стаханов и Никандрова, Камчуганова и Михайлова. И верные руки орудийного расчета сержанта Хренова попали снаряды. Получайте, ленинградские гостинцы, фашистские гады! Боевая сила ленинградцев. В перерывах между боями бойцы части товарища Трушкина упорно учатся. Сапёрам поставлена задача проложить путь наступающей пехоте. Саперный взвод товарища Эбова делал это по всем правилам. Опыт учения пригодится в бою. Бойцы становятся на лыжи. Это тренировка, но в условиях, максимально приближенных к боевым. Подразделение товарища Демидова показало успехи на учениях, как не раз показывало в бою. Тактическая задача — вклиниться в расположение противника, решительно атаковать его и уничтожить — решена. Батальон в артиллерийском наступлении. За огневым валом, прижимаясь к разрыву собственных снарядов, идет в наступление наша пехота. Это сложная и трудная тема занятий, но бойцы с ним хорошо справляются. Выполняю приказ командования,
Овладевая боевым опытом, они выполняют сталинский приказ. Была бы наша родина богатой и счастливою, ведь выше счастья родины нет выше ничего. Была бы наша родина богатой и счастливою, ведь выше счастья родины нет в мире ничего.